بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث под номером 920 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Приходит от Нуамана ибн Башира о том, что его отец привел его к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم и сказал. Отец Нуамана ибн Башира это кто? Башир ибн Саад. فقال и сказал: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. Поистине я подарил этому своему ребенку раба, который был у меня. Факал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «А кулля валадика нахальтаху мисла аза?» «Каждому ли из твоих детей ты подарил такой же подарок?» Факал ла. И он сказал: «Нет». Факал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фарджи'ху». «Верни же его». То есть тогда верни обратно этот подарок. وفي لفظ أو одном из روايتов приходит فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. В другом روايте приходит то, что пошел мой отец пророку صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي, для того, чтобы пророк صلى الله عليه وسلم засвидетельствовал صدقة милостыню или тот подарок, который он мне подарил. فقال أفعلت هذا بوالدك كلهم. Тогда пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Сделал ли ты то же самое со всеми твоими детьми?» То есть подарил ли ты им всем этот подарок? «Каля да». Он сказал: «Нет». То есть подарил только вот этому сыну, Нуаману ибн Баширу, а все остальные дети остались без подарка. «Каля иттакулла ва'дилу байна уладикум». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Побойтесь же Аллаха и будьте справедливы, или соблюдайте справедливость между вашими детьми». «Фараджа аби фарадда тилька садака». Тогда вернулся мой отец и забрал обратно этот подарок, который он мне дал. متفق عليه الحديث приходит у Бухари и Муслима. وفي روايه لمسلم قال, а в روايه у имама Муслима приходит فاشهد على هذا غيري, заставь засвидетельствовать относительно этого кого-нибудь кроме меня. То есть не приходи ко мне, я не буду это свидетельствовать. То есть за этот подарок пусть кто-нибудь засвидетельствует другой. ثم قال, и затем сказал أيسرك أن يكون لك في البر سواء, хочешь ли ты или хотел бы ты, чтобы в благочестии к тебе все твои дети были к тебе равны? Каля вада, он сказал: да, конечно. Каля хала изан, сказал: тогда нет. Всегда не дари одному, а остальных оставляешь. Так, то есть дари либо всем, либо не дари никому. Нам говорит этот хадис приходит у Бухари и Муслима, а последний риваят принадлежит имаму Муслиму. И у имама Бухари есть подобный же риваят. То есть не совсем такой, но похожий по смыслу. Хадис достоверный. Далее. Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 920. Первый вопрос. Хукму тавдиль байна лавляди фил атия. Каково постановление предпочитать одних детей над другими в подарках? Говорит захаба джама мин лавляма иля уджуби л'адль байна лавляд фил атия вальхиба. Ва тахриме тавдиль байнаму. Говорит, целая группа ученых считает то, что является обязательным соблюдать справедливость между детьми в подарках. Ва тахрим ат тавдиль байнаму. А также милостыни и запрет считает о том, что запрещено предпочитать одних детей над другими в этом. И это мнение Тауса, Рова ибн Зубейра, Муджайда, Суфьяна Саури, ибн Рубарака, имам Ахмада, Исхака и Аль-Бухари. Васадалю аля залики би хадис ибн Умана ибн Башира, аль-Лази фи л-Баб. И в довод использовали хадис Умана ибн Башира, который у нас в главе, под номером 920. Говорит, ва фи риваятин лаху фи сахайн, и в риваяте у него приходит, то есть в этом же риваяте у Бухари и Муслима приходит, ла тушхидни аля джор. Не заставляй меня свидетельствовать относительно несправедливости. Вали муслим мин хадиси Джабир, а у имама Муслима со слов Джабир ибн Абдилла приходит «Ла ашхаду илля аля хак». Я не свидетельствую ничего, кроме истины. «Ва кавлю баал аль-малики». И это мнение также некоторых маликитов. Значит, первое мнение в вопросе какое? То, что нельзя проявлять несправедливость относительно чего? Подарков и милостыни детям. Но нужно соблюдать между ними в этом равенство. Говорит وذهب الجمهور إلى أن العدل بين الأولاد مستحب وليس واجبا. И второе мнение в этом вопросе, это мнение большинства ученых, которые сказали, что соблюдать справедливость между детьми в подарках является желательным, но не обязательным. И это мнение Шурайха, Джабир ибн Зайда, Аль-Хасана ибн Салиха ибн Хайя, имама Малика, Лейса ибн Саада, имама Шафии, Ханафитов, وقالوا, они сказали, إذا فضل صحة وكره. Если он все-таки предпочтет, то есть один из родителей, все-таки предпочтет одного ребенка над другими в подарках или в садака, то это является действительным, но нежелательным. Вахтаджу аля залики бикаули фи хадиси Нуаман, и использовали в довод на это то, что пришло в хадисе Нуамана ибн Башира, о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Ашхид аля хаза гайри». То есть иди, пусть кто-нибудь другой засвидетельствует тебе это. Закара хаза баалум. Так, некоторые из приверженцев второго мнения упомянули это как довод за их мнение. Васудили лахум айдан бикаулихи, и также в довод за них был приведен другой риваят этого хадиса «Аля сауэйта байнахум», «Почему бы тебе не уравнять их в подарках?»
Говорит Раваху Насаи би иснадин Захиру Саха. Этот хадис передает последний имам Ан-Насаи, хадис иснад, внешний которого является достоверным. Фаинна Захиру Анну Мимбаб Алабдалия. То есть отсюда понимается, что это лучше, но не обязательно. Почему? Потому что приходит добавка Аля. Аля Савуэта Байнахум. Почему бы тебе не уравнять их между собой? То есть большинство ученых поняли из этого риваята или из этого хадиса, то, что это лишь для желательности, но не обязательности. Васадалля Айнуна Аля Залика Бианна Абу Бакр Нахаля. Айша ибн того джазада Айшина Васхан, Дуна Саиви Валадии. И вдова также привели то, что Абу Бакр, радиаллаху анху, подарил своей дочери Айше джазада Айшина Васхан, то есть возможность собрать 20 васхов урожая. Дуна Саиви Валадии. И не дал такой возможности никому из других детей. Говорит, это приходит у имама Малика в своей книге, в его книге Муатта, застоверный снад. То есть это тот ахар, который мы упоминали на одном из прошлых уроков. Каля Абу Абдилля Афахуллах, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, Ан-Кавлю Л-Ауаль Ухуа Саваб. Говорит, правильным в этом вопросе является мнение первое, то, что соблюдать справедливость между детьми является обязательным, а не просто желательным. Лисарахати Аль-Фалу Хадис Физалика. Почему? Потому что хадисы указывают явно на это. Фахатсамаху Набию саллаллаху алейхи ва саллям джаура. Во-первых, пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал это несправедливостью. Джаура, а как известно, несправедливость, тирания является чем? Запретной. Уакаля иадилю байна аулядикум. А также сказал в приказной форме: соблюдайте справедливость между вашими детьми. Уакаля, а также сказал: ла ашхаду илля аля хак. Я не свидетельствую относительно чего-либо, кроме истины. Этот последний ривайет указывает на то, что предпочитать одних детей над другими является ложным, неистинным. Вот раджиху шейх аль-Ислам ибн Таймия, и это мнение выбрал шейх аль-Ислам ибн Таймия, а также ибн Кайм, потом имам Ас-Сабхани и Аш-Шаукани, потом постоянный комитет больших ученых, а также шейх ибн Усаймин, а также шейх Мухби. Вахаджаб аль-Джумхур ан хадис ан-Нуъман би та'уилат дайифа. Говорит, и что касается вот этих вот явных доводов, то как ответили на них большинство ученых? Говорит, ответили на них различными слабыми разъяснениями. Аурада аль-Хафиз филь-Фатх ма'ар-Радди алейха. Говорит, всех их привел Хафиз ибн Хаджар в своей книге «Фатх-уль-Бари» с опровержением на них. Ва'амма асар Абу Бакра ас-Сиддиқа, что касается асара Абу Бакра ас-Сиддиқа, то есть то, что он дал этот подарок только Аиша радиаллаху анха и не дал этого подарка никому другому, говорит, فقد قال الحافظ في الفتح, то сказал Хафиз ибн Хаджар в своей книге Фатхуль Бари относительно этого, аджаба Урва ан киссат Аиша бианна ихватаха кану радина бизалика. Урва ибн Зубейр рассказал об этой истории относительно Аиши, что другие братья и сестры Аиши были довольны этим, то есть не противоречили этому и согласились, чтобы этот подарок был дан только ей. قال ابن قدامة, говорит ابن قدامة, ويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده. А возможно также, что он подарил такой подарок ей, а также каким-то другим, или также и остальным детям своей семьи. أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها. Или он подарил ей вначале так, с намерением, что подарит подобный подарок также и другим детям. То есть в этом асаре конкретно не приходит то, что он дал этот подарок только Айше и все. То есть такого не сказано. Поэтому этот хадис не годится как довод, и этот асар, точнее, не годится как довод в нашем вопросе. Таля сказал ибн Кудама, وَيَتَعَيَّنُ حَمْدَهُ عَلَىٰ أَحَدِ هَذِي الْوُجُوهُ. И является обязательным, что сделать? Понять асар именно такими пониманиями. لَأَنَّ حَمْدَهُ عَلَىٰ مِثْلِ مَحَلِّ النِّزَاعِ مَنْ يَنْهُ. Потому что если мы скажем, что Абу Бакр все-таки подарил этот подарок только одной Айше, радиаллаху анха, то это неправильно. Потому что это как минимум нежелательно. То есть даже большинство ученых, приверженцев второго мнения, говорят, что это является нежелательным. Говорит, Аллах ибн Хали Аби Бакр иштинаб аль-макруха. Говорит, а внешнее положение Абу Бакра было таким, что он сторонился даже нежелательных вещей, не только запретных. Но лучший человек в этой общине после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тяжело про него сказать, что он соблюдал, что только осторонился только запретного, но нежелательные вещи делал. Злайер внешне то, что Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анху осторонился как запретного, так и нежелательного. А что касается слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, иди, пусть тебе относительно этого подарка засвидетельствует кто-нибудь другой, кроме меня. Ядуллю аля анна адаль амр литтаубих. Это говорит не для того, что это разрешено, но наоборот, для того, чтобы показать порицательность этого, то есть порицаемость этого. Когда он сказал, иди, пусть тебе кто-нибудь другой засвидетельствует, отсюда не берет, что это разрешено. То есть как для порицания. Говорит у Алиса Лилибах, а не для того, чтобы показать, что это разрешено. Говорит у Айдуллю Адазалика Батыяту Аль-Халдар Хадис. И такому пониманию соответствуют другие слова этого хадиса.
وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده بالإشهاد مع أمره برده وتسميته إياه جورا. И как говорит, можно понять этот риваят таким образом, как поняли его приверженцы второго мнения, если сам же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделал, приказал вернуть обратно этот подарок, более того, назвал его тиранией и несправедливостью. وَحَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا حَمْلٌ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّنَاقُضِ وَالطَّلَاقِ. Если мы скажем, что по словам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, иди и пусть засвидетельствует за это кто-нибудь другой, что под этим подразумевается разрешенность таких подарков, то получается, что этот хадис противоречит сам себе. Потому что сам же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «верни подарок» и в другом месте назвал его «джоб», то есть несправедливостью. «Вамма ковлюху аля саввайта байнаху». А что касается последнего их довода, а это слова в хадисе «почему бы тебе не уравнять между ними», то есть в подарках. «Факаль аль-хадис», то сказал относительно этого «хавиду аль-хаджар», «хада джейид». Лоуля уруду тилька лальфаза заида аля хази лавда. Это слово хорошее, то есть имеется в виду, можно было бы его понять, так как поняли его приверженцы второго мнения, если бы не другие слова хадиса, которые противоречат ему. Валя сиема анна тилька ривай бианиха, уорадат бисыгатил амар айдам, хайсухар савву и байнаум. Говорит, вместе с тем, что вот этот же хадис, который приходит у Ан-Насаи, у него же есть второй риваят, в котором приходит савву и байнаум, в приказной форме, уравняя их между собой. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, варривая саня сахиха айда. То есть второй риваят, уравняя их между собой. Не просто почему бы тебе не уравнять, а вот с таким словом, приказательным, уравняя их друг с другом, то этот риваят тоже является достоверным. Приходит он у имама Насая, также у имама Ахмада, а также у других. Значит, окончательное мнение в вопросе какое получилось? То, что соблюдать справедливость между детьми и не предпочитать одного из них над другими в подарках или милостыне и тому подобное, является обязательным, а не просто желательным, и тот, который сделает обратное, тот совершит несправедливость, что и совершит нечто запретное данное. Следующий вопрос. «Иза фаддала ба'да валидихи фа'алихи ба батиля». Если человек все-таки ослушался и одного ребенка предпочел над другими в подарках, можно ли сказать, что этот его подарок является недействительным? Говорит «Кал аль-Хафиз ибн Хаджар фил-Фатх», говорит ибн Хаджар в своей книге «Фатх аль-Бари», «Ба'да закара аль-Каилина биль-Уджуб», после того, как упомянул тех, которые придерживаются мнения о необходимости и об обязательности соблюдения справедливости в подарках между детьми, сказал «Суммаль машура ангауля анна абатиля». Говорит, затем более известно от этих ученых то, что они считают такой подарок недействительным. «Ван Ахмад анна атасих, ва яджибу ан ярджиа». И второе мнение в этом вопросе – это мнение имама Ахмада, что такой подарок является действительным, но человек обязан вернуться от него, то есть должен отказаться от него и забрать свой подарок обратно. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам «Ва мимман кала биль бутлан». Кто сказал о том, что такой подарок является недействительным. Это Урва ибн Зубейр, а также Исхак, а также одно из мнений имама Ахмада, в другом ивате от него, «Вахтара аза баал асхабихи минхум». И также некоторые хамбалиты выбрали это мнение. Из них ибн Батта, а также Абу Хафс, а также шейх Ислам ибн Таймия. И это мнение выбрали также позже имама Санаани, а также Ашукани. «Ля нанабия саллаллаху алейхи ва саллям саммаха джаура». Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал такой подарок несправедливостью. «Вакали» сказал «Ля ашхаду илля аля хак». Я не свидетельствую относительно чего-либо, кроме истины. И сказал «Ва ман амиля амалян лейса аля амруна фаварат». Тот, который сделает дело, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнуто. «Вада хтиару аль-Аллама ибн Усаймин». И это мнение выбрал также ибн Усаймин. «Вада аза аль-Кавль фаинну яджибу алей руджу фиха». И исходя из этого слова, то есть то, что такой подарок является недействительным, человек должен вернуть его. «Фаинна мефа аль-Хаттамат фалильвараса ан яртаджиу мауахабаху». Если же он этого не сделает и скончается, то наследники могут забрать этот подарок у этого одного из их детей. То есть у этого ребенка могут этот подарок забрать и делить его как общее наследство. Говорит «Варивая лухра аллати инда Ахмад анна атасих ва алей руджу». Говорит, и второе мнение в этом вопросе от имама Ахмада, что такой подарок является действительным, но человек все равно должен его обратно вернуть. «Фаидамата фалейса ридвараса арруджу». Его результат какой? Что если он все-таки не вернет и скончается на этом, то наследники его вернуть уже не могут. Вот в этом отличие двух мнений. «Вагуа кавлю джумхур». И это мнение также большинства ученых. «Ляннум ля яровна тахрима тавзин». Потому что они вообще не считают запретным, что делать предпочитать одного ребенка над другим в подарках. «Вастудилля ля адан кавль би кавли и фарджиаху». И они в довод использовали слово этого хадиса «верни же этот подарок». Факали и сказали, «Хад ядулля аля сахатиль хиба». Это указывает на действительность этого подарка. «Фаяхтаджи ля руджу и фиха». Так что это нуждается в том, чтобы ты вернулся относительно этого подарка. Говорят, если бы этот подарок не был действительным, то его не нужно было бы возвращать. И так он был бы не отдан. Понимаешь, да? Его постановление было бы не отданным. Нечего было бы возвращать. «Фад аль-Хавис фил-Фатх», сказал Хавис ибн Хаджар в своей книге «Фатх аль-Бари»,
وفي الاحتجاج بذلك نظر. Но сказать, что этот ривайат указывает на их мнение, является неправильным. والذي يظهر أن معنى قول إرجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة. Но, говорит, нужно понимать слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, верни этот подарок, то есть لا تمضي الهبة المذكورة. Не доводи этот подарок до конца, то есть не оставляй его таким, как он есть, но что сделай? Верни его обратно. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَقَدَّمُ صِحَّةِ الْهِبَةِ. И говорит, из этого не следует, что этот подарок изначально был действительным, а потом его необходимо вернуть. قال أبو عبد الله سدده الله قال الشيخ محمد بن حزام القول بالبطلان أظهر والله أعلم وأعلم. Мнение о том, что такая хиба, то есть такой подарок или садаха, является недействительными, является более верным. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? Как мы говорили, что человек обязан соблюдать справедливость в подарках и в милостыне между своими детьми. Если же он все-таки такого не сделал и совершил запретное, перешел границу и такое, такой подарок все-таки совершил, одного предпочел над другими, то говорим, что этот подарок является недействительным изначально. Так что он обязан его вернуть обратно. То есть отец или кто, человек, нам, родитель, должен вернуть его обратно. Так если же он его не вернул, то после смерти родителя, который такой подарок сделал, наследники могут вернуть обратно этот подарок в общее наследство и затем делить между собой на равных правах, даже если этот ребенок недоволен этим. Танбих говорит примечание «Алкаилюна биджуаза талзы якрагуна залика ваястахибуна тасуя». Примечание заключается в чем? В том, что даже те, которые считают разрешенным несоблюдение равенства между детьми в подарках, все равно это считают за нежелательное действие. И считают желательным все-таки уравнивать детей в подарках. Кали ибн Кудама камафиль мугни, сказал ибн Кудама в своей книге «Аль-Мугни», «Вала хиляфа бейна ахлил-ильм фи истихбаба тасвия, хатта кали Ибрахим», и нет никого, говорит, разногласия среди ученых в том, что желательным является уравнивать детей в подарках. Так что даже Ибрахим ан-Нахаи сказал «Кану истахиббуна ан-юсавву бейнаум хатта фил-кубаль», говорит, то есть салифа, правильные предки, любили справедливость между детьми и равенство между детьми даже в поцелуях. То есть, если одного поцеловал, целовали также других. Не так, что одного целуешь, других не целуешь. Одного обнимаешь, поднимаешь на руки, других не поднимаешь и тому подобное. И вот тот, у кого есть дети, знает об этом. Если поднимаешь одно, обязательно прибегают все остальные, тянут свои руки, тоже хотят, чтобы ты их поднял. Поэтому, если ты поднял одного, приходится поднять всех. А иначе, то есть, между детьми будет раздор или ссора. Далее. Следующий вопрос. Что значит равенство между детьми? Что значит справедливость между детьми? То есть на прошлых вопросах мы что выяснили? То, что является обязательным соблюдать справедливость между детьми в подарках, а также в милостыне. Вот теперь разбирается вопрос, что значит справедливость между детьми. Говорит Захаба Джамай Минахдаль, или Анна Ладна Филатыя, Анну Атыяум Кальмират. Говорит первое мнение в этом вопросе, это мнение целой группы ученых, которые считают, что справедливость в подарках заключается в том, что ты должен давать им так, как ты бы дал им наследство. Лиззекари мисхалли лунсаин. Мальчикам в два раза больше, чем девочкам. То есть, если ты даришь подарок, то ты должен подарить мальчику больше в два раза, чем девочке. Вада кавлю ата. И это мнение ата. Ата ибн Аби Рабаха, ата же Шурейха, ата же Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани, ата же имама Ахмада Исхака, некоторых шафиитов, маликитов. Вада кавлю ихтарова шейху ислам. И это мнение выбрал шейху ислам ибн Таймия, ата же ибн Аль-Кайим, ата же шейх ибн Баз, ата же шейх ибн Утаймин. И это мнение внешний выбор имама Шаукани, как приходит в его книге Уабид ад-Гамам. Вурумтатухум ан-Нааде кисматулла лин-мирас. И их довод на это, то, что именно так разделил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наследство. «Вала аадаля мин кисматиллах азза ва джалл». И нет ничего более справедливого, чем то деление, которое поделил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля деление. То есть мальчику должно достаться в два раза больше, чем девочке. «Вальхиба уль атыя лил аулад и ибара анта аджил лима саястахикуна ва баада маути муаррисиим». Говорят, и подарки, и дача вот это вот так, это не что иное, то есть детям, это не что иное, как преждевременное деление наследства. То есть, если бы не этот подарок, то они, когда получили бы наследство, разделили бы его между собой именно таким образом. Мальчику в два раза больше, чем девочке. Говорит, «Фаля сух мухалафат аль-кисма аль-мазкура бисабаби таджиль». Поэтому, говорит, не является правильным противоречие Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в делении, просто потому что это деление происходит раньше времени. Раньше времени, то есть что? Как мы сказали, подарок – это деление наследства, то же самое деление наследства, просто раньше времени. Так что наследник еще живой. Узаба Джамами Нахлиль, и второе мнение в этом вопросе, это мнение целой другой группы ученых, или Аммил Адля Филатыя, Аньюсауя Бейнова Фимикдара Лата, заключается в том, что справедливость между детьми в подарках имеется в виду равенство между ними, без разницы, мальчик или девочки. То есть мальчики равны в этом девочкам. Это мнение имама Малика, Шафии, Абу Ханифа и Ибн Мубарака.
واستدل أهل هذا القول برواية النسائي المتقدمة. И приверженцы второго мнения использовали некоторые риваяты этого хадиса себе в довод, как, например, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе ан-Насаи: "Сауи байнахум", уравняй их между собой. واستدل بحديث, а также в хадисе пришло: "Сауу байна аулядикум фил атия". Сау, то есть уравнивайте ваших детей в подарках. Фалюкунту муфаддалан ахадан лахаббалту ниса. Если бы я предпочел кого-либо в подарках, то я предпочел бы девочек, то есть над мальчиками. Говорит, этот хадис приходит у ат-Табарани, а также у аль-Байхаки, по дороге от Саида ибн Юсифа ар-Рахаби, от Яхья ибн Аби Касира, от Айкрима, от ибн Аббас, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Уа хадис муляиф мункар, но этот хадис является слабым, отвергаемым. وسبب ضعفه سعيد بن يوسف. причина его слабости это سعيد بن يوسف الرحبي فإنه ضعيف, потому что он является слабым передатчиком. قال ابن أبي عدي في ترجمته, сказал ابن أبي عدي в его биографии, в своей книге: ليس له أنكر من هذا الحديث. Он не передает ничего более отвергаемого, чем этот хадис. Значит, хадис о том, что уравнивайте своих детей в подарках, так что если бы я кого-то предпочитал, то предпочитал бы девочек над мальчиками, этот хадис является отвергаемым, недостоверным. Поэтому то, что остается у них, это вот эта фраза у имама ан-Насаи: «Сауи байнахум», уравняй между ними. Говорит: «Вакад халафаху аль-Узаи, фараваху ан Яхья ибн Аби Касир, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям мухбала». Что касается вот этого хадиса, что если бы я уравнивал, то если бы, точнее, я предпочитал кого-либо, то предпочитал бы девочек над мальчиками, то в этом хадисе противоречит Саиду ибн Юсуфу аль-Узаи и передает его от Яхья ибн Аби Касира от пророка саллаллаху алейхи ва саллям сразу же. В форме муғдал, то есть с пропуском как минимум двоих передатчиков. Ахраджива кадалика Саид ибн Мансура гайруху. Этот хадис таким образом передает Саид ибн Мансур и другие. Фаривает у Саид ибн Юсуф мункар, валлаху алам. Поэтому ривает Саид ибн Юсуфа ар-Рахаби не просто слабый, но и является каким отвергаемым. Почему? Потому что он слабый, противоречит крепкому передатчику, а это аль-Узаи. В общем, говорят, слабый, этот хадис является слабым. Значит, остается у них одна фраза какая? Сау байнау. То есть уравнивайте этих детей между собой. И приверженцы первого мнения ответили на этот риваят тем, что в этом хадисе приходит в некоторых указаниях, то, что в некоторых риваятах, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил Башира ибн Саада, всем ли своим сыновьям ты сделал такой подарок. И отсюда ученые взяли то, что у него, то есть у Нуамана ибн Башира, были только мальчики, и вообще не было девочек. Поэтому его слово «сау и бейнахум», уравняя между ними, сюда не входят девочки. То есть этот хадис не годится как довод. قال أبو عبد الله وفقه الله قول الشيخ محمد بن حزام القول الأول أقرب والله أعلم. Более правильным является мнение первое, то что мальчикам необходимо давать в подарках два раза больше, чем девочек. وأما رواية سوي بينهم فهي رواية ظاهر إسناد الاحتجاج. А что касается фразы у имама ан-Насаи уравняет между своими детьми, то говорит, этот риваят пришел с достоверным иснадом. لكن أكثر طرق الحديث فيه الأمر بالعدل. Но в большинстве риваятов этого же хадиса приходит приказ соблюдать справедливость. То есть не такое слово «сову и бейновым», уравняя между ними, а сказано «делай справедливость» или «соблюдай справедливость между ними». وَلَوْسُلِّمَ صِحَّتُهَا لَكَانَ الْمُرَادْ بِهَا الْأَمْرِ بِالتَّسْوَيَ فِي الْعَطِيَ دُونَ تَعَرُّضْ لِلْمِقْدَارِ. Если бы даже мы сказали, что этот риваят является достоверным, «сову и бейновым», уравняя между ними, имелось бы в виду, что уравняя между ними, то есть справедливости, уравняя между ними в том, что ты каждому вообще даешь подарок, без разъяснения того, что равенство касается именно количество подарков. Уравняй между ними, то есть дай им тоже подарок, так же, как ты дал подарок ему. Но не означает, что дай им такой же подарок, как ты дал ему. И к тому же, как вы сказали, у Нуамана ибн Башира, исходя из риваята одного из хадисов, были только мальчики, не было вообще девочек. Поэтому этот хадис не годится как довод в данном вопросе. Здесь необходимо важный момент отметить, то, что когда мы говорим равенство среди детей, равенство между детьми, точнее, в чем? В подарках делится как наследство, то есть мальчикам в два раза больше, чем девочек, имеется в виду большие подарки. То есть принято это, особенно в арабских странах. Не просто конфетки, мороженое, нет, имеется в виду. То есть имеется в виду что-то большое, как квартиры, допустим, помещения, участки земли, автомобили и тому подобные вещи. Что же касается нафака, именно трата на детей, то когда, вот, допустим, есть же, одному ребенку купил сандали или, допустим, что, обувь, девочке купил платье, мальчику купил камис, например, этому нужна ручка. То есть это уже называется, как это не называется, подарок. То, что мы рассматривали в этом вопросе, не касается этих вопросов. Это называется как нафака, называется трата на твоих детей. Так вот, брат, справедливость в трате на твоих детей заключается в том, что ты тратишь на каждого ребенка то или столько, сколько он нуждается. То есть, допустим, у тебя есть взрослый сын, которому пора жениться. Ты помогаешь ему выплатить махр, допустим, так, свадебную вот эту плату.
Это может быть что? Эта плата может стоить 3000 долларов, 3000 долларов, 4000 долларов, 2000 долларов и тому подобное. И второй ребенок у тебя маленький, грудной. Все, что ему нужно, это памперсы. То есть не означает, что ты старшего ребенка отдаешь 3000 долларов, значит, маленькому ребенку тоже должен отдать 3000 долларов. Нет, не это означает. Допустим, у тебя три сына, у одного из них порвалась обувь. Этому обувь необходимо купить ему обувь, а другим не обязательно. Почему? Потому что он нуждается в этой обуви, а у других есть. Они в этой обуви не нуждаются. Или мальчик нуждается в тамисе, который может быть дешевле, чем платье. А девочке нужно платье, которое может быть дороже, чем тамис, допустим, на праздник и тому подобное. Вот это вот то, что я хотел разъяснить в конце этого вопроса. То, что когда мы говорим в этом вопросе, то, что необходимо соблюдать справедливость между детьми в подарках, имеется в виду мальчикам в два раза больше, чем девочкам, имеется в виду в больших подарках. Это чаще всего тогда, когда уже дети взрослые, когда ты даришь земельные участки, автомобили, помещения и тому подобные вещи. Не касается мелочей, не касается маленьких подарков. Что же касается вот этих маленьких вещей, когда ты покупаешь каждому то, что то, в чем есть его нужда, то это не называется атыя или хиба. Не называется подарок. Но это называется как? Нафака. Это называется трата на детей. Значит, относительно траты, что мы поняли? То, что трата, справедливость в трате, имеется в виду тратить на каждого то, в чем он нуждается. Ребенок нуждается в обуви, покупаешь ему обувь. Если у тебя 10 детей, не означает, что остальным 9 ты тоже обязан купить обувь. Нет, одному купил обувь, другим, если у них нет нужды в обуви, уже обувь не покупаешь. Одному больше, другому меньше. Чем старше ребенок, тем затрата больше. Может быть, ребенок вырос, ему нужны книги для требования знаний, может быть, ему нужен компьютер, может быть, ему нужна уже красивая одежда для того, чтобы выходить в люди и тому подобное. Так что маленьким детям этого еще не требуется. В этом нет ничего запретного. То есть ты не обязан каждому покупать обязательно новый тамиз или одинаковый тамиз и тому подобное. Это иншаллах помните. До меня. Следующий вопрос. Говорит, приказ соблюдать справедливость в подарках касается ли только детей или касается также других родственников. То есть, допустим, у тебя три брата. У тебя, например, три брата. Одному брату ты подарил тамиз, допустим. Обязан ли ты дарить такой же тамиз остальным братьям или не обязан? Или обязан соблюдать справедливость, имеется в виду равенство, касается только детей. Кали ибн Кудама фильмугни, сказал ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, Валиса алей тасуя бейна саири акарибихи. Говорит, валя яатаум аля кадри маварисхи. Не является обязательным уравнивать всех его родственников, всех твоих родственников в подарках. Говорит, и не является обязательным давать им что-либо, так же, как они получили бы, если бы делили это в качестве наследства. То есть в долях наследства не обязательно подарков делать. Салакану минджихатин вахида, ка ихва ахават. При этом без разницы, являются ли они родственниками с одной, по одному направлению, как, допустим, братья и сестры, уааман, уабаниам, или, допустим, дяди и сыновья дядей, а у минджихат кабанату ахавату гэри. Или они приходят с разных направлений, как дочери и сестры. Как мы сказали, у тебя есть три брата и одна сестра, допустим. Ты одному подарил подарок, обязан ли ты другим тоже дарить подарок? Нет, не обязан. Или обязан ли ты уравнивать их в подарки? Нет, не обязан. Или если они разного направления. Один, допустим, дядя, другой брат. У тебя два родственника. Один дядя, другой родной брат. Обязан ли ты дарить дяде то же самое, что ты даришь брату или нет? Нет, говорит. Ни в этом случае, ни в этом случае нет обязанности уравнивать этих твоих родственников в чем? В подарках. То есть необходимость уравнивать касается только кого? Только детей. Говорит Кадыр Шейх Ислам, сказал Шейх Ислам ибн Таймия, وَلَا يَجِبُ التَّسْوِيَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ كَالْأَعْمَامِ وَالْإِخْوَ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ. Говорит, не является чем обязательно уравнивать всех твоих родственников в подарках. الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ كَالْأَعْمَامِ وَالْإِخْوَ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ. Так, особенно это касается родственников, которые вообще не наследуют в некоторых ситуациях, как, например, дяди или братья при присутствии отца. То есть, если есть у тебя отец, дядя и брат, кто получит наследство? Все, наследство заберет отец. Ни брат, ни дядя не получит ничего по правилам наследства. То есть, значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что необходимость уравнивания в подарках касается только детей и не касается относительно, и не касается других родственников. Но здесь необходимо также сделать примечание, что если ты одному родственнику даришь подарок, а другим этого не делаешь, то ты должен соблюдать это и делать это так, чтобы это не привело к разрыву родственных связей или к обиде одного из-за того, что ты подарил другому, а ему ничего не подарил. Если это приводит к этому, и ты хочешь дать подарок, то дай его тайно, скрыто, чтобы другие этого не увидели и не обиделись на тебя, и чтобы это не привело к разрыву родственных связей. Далее. И последний вопрос на сегодня. Говорит, необходимость уравнивать детей и соблюдать справедливость между детьми в подарках касается ли только отца или распространяется также на мать? То
То есть отец, допустим, как мы сказали, дарит детям подарки, обязан соблюдать справедливость между ними. То есть давать мальчикам в два раза больше, чем девочкам. Если же у него только девочки, то всех уравнять в подарки. Или если у него только мальчика, мальчики тоже всех уравнять в подарках. Касается ли это мамы тоже? Или мама может одним давать больше подарок, а другим меньше и тому подобное? قال ابن قدامة في المغني قال ابن قدامة في книге المغني والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب говорит мама равна отцу в постановлениях о том что она не должна предпочитать одних детей над другими в подарках لقول النبي صلى الله عليه وسلم потому что пророк صلى الله عليه وسلم сказал اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم побойтесь Аллаха и соблюдайте справедливость между вашими детьми ولأن أحد الوالدين а также потому что она является одним из двоих родителей поэтому не имеет права предпочитать одного ребенка в подарках над другими, так же, как отец. وَلَأَنَّ مَا يَحْصُلْ بِتَخْصُصِ الْأَبْ وَلَدِهِ مِنَ الْحَسَدْ وَالْعَدَاوَ يُجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصُصِ الْأُمْ بَعْضَ وَلَدِهَا также, потому что причина остается одной и той же. Если папа подарит кому-то подарок больше, чем другому, то это приведет к чему? حَسَدْ وَالْعَدَاوَ вражде и зависти между детьми. То же самое ведь происходит, если такое сделает мама. То есть разницы нет, что папа подарил, что мама подарила. Одинаково возникает хасад, то есть зависть, он адава и вражда между детьми. Говорит, فَسَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِذَلِكَ поэтому постановление относительно отца распространяется таким же образом на маму в этих вопросах. Так, это иншалла поняли. Значит, мама тоже должна соблюдать справедливость между детьми и уравнивать их в подарках, в том смысле, что мальчикам давать в два раза больше, чем девочкам. Или давать, если только мальчики, то всем одинаковые, или если только у нее девочки, тоже давать только одинаковые подарки. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайх.